Всем привет, это мой аккаунт Instagram mtz.ok. Здесь всякая коротенькая полезная информация, прикольчики, прикольные фотографии, какие-то интересные новости на эту тему. Вот все в актуальном разбито по темам. В общем, интересно. Плюс это обратная связь со мной. Кто еще не подписан, рекомендую прямо сейчас достать телефон и подписаться. Ну а сейчас переходим к основной теме. В общем, продолжение истории с нашей бортовой. Кто не смотрел, я оставлю подсказку. Расскажу в двух словах. Купили гильзу и шкворень не в комплекте. Они сели очень плотно, думали притрется. Один раз заклинила бортовая, снова думали случайность. Собрали повторно, история повторилась. Заклинила очень плотно, вторым трактором толкали трактор в колесо, чтобы поворачивать и доставить трактор на базу. Делали попытки вытащить шкворень из гильзы, используя рычаг. Закручивали шпильки по принципу съемника. Давили навеской. И даже били кувалдой. Вытащить шкворень так и не удалось. Нашли мощный пресс. Будем вести туда. В общем, пресс давит с дикой силой. Уже третья попытка. Пока результата нет. Если удастся выдавить, задумка такая, фрезернем шкворень так, чтобы он руками вставлялся в гильзу и проворачивался руками, уже с резинками. Все целое, просто плотно, да? Угу. И резинки даже не закусило, наверное, да? Не, вот резинки, все тут. Все на месте. Смазки не было, наверное. В общем, все получилось. Фрезернули. Собираем трактор. Проверили, все отлично. Можно вносить удобрения. Не забываем подписываться.